Я помню, у меня был какой-то сон дурной. Я даже уже не вспомню, что мне снилось. Короче, старшее что-то мне снилось. И мне так было плохо в этом сне, то, что он так некрасиво поступил. У меня прям реально вот была истерика во сне. Я плакала во сне. Я просыпаюсь и уже плачу в реальности. Немножко прихожу в себя, вижу Сашу и начинаю плакать, потому что ко мне приходит осознание, что он хороший человек, и я уже начинаю плакать от счастья, от того, что ура, он не ведет себя так, как было в этом сне. И просто слезы счастья. Смешно.